Всем привет, с вами Ростиксон, я партнер биржи Хоуми, и сегодня расскажу основные моменты о бирже, почему я ее использую, как сэкономить на комиссиях и как заработать каждую. Для начала немного статистики. Хоуми занимает 6-е место в числе лучших бирж мира. Дневные объемы торгов только на споте превышают 2 миллиарда долларов, более 3 миллионов посещений в неделю. Я рассказал лишь малую часть, но только этого мне достаточно, чтобы доверять Хоуми мои средства. Если вы еще не зарегистрированы на бирже, то внизу будет моя ссылка, и зарегистрировавшись по которой, у вас будет пожизненная скидка на торговлю. Также в описании будет ссылка на мой телеграм-канал, где есть информация, которой нет на YouTube. Например, там я говорю, какую крипту покупаю, и о профите, и о убытках в моих сделках. Так, мы поняли, почему биржа так популярна. Расскажу немного о себе. Я верю в криптовалюту и покупал эфир еще по $200. Но в то время монеты у меня просто так лежали. Сейчас же я расскажу полезную информацию для тех, у кого монеты просто так лежат на бирже, или вы ждете, когда биток упадет и храните стейблы на бирже. Ну так что узнаем, как заработать на ровном месте. Prime Earn – это инвестиционный продукт премиум-класса в рамках Earn, который обеспечивает основным криптоинвесторам высокую годовую процентную доходность. API для размещения токенов. В этом разделе мы сможем получать прибыль за хранение наших активов, и годовая процентная ставка будет зависеть от выбранной монеты. Мы видим две вкладки: рекомендуемые и расчетливость. Нажав на окно расчетливость, мы увидим множество монет, которые мы можем положить, и какой процент мы будем получать. Также существуют разные сроки. При гибком же сроке мы можем взять наши средства в любой момент, а можем закинуть монету на 90 дней. Обычно при гибком вкладе процент меньше всего, но и гибкий самый удобный для меня, так как снять можно в любой момент. В самом верху мы видим USDT и биткоин. При гибком вкладе USDT мы будем получать 5% годовых, а если мы вложим USDT на 90 дней, то процент увеличится до 6,5%. Закинув биткоин на гибких условиях, мы будем получать 1,3% годовых, а если закинем эфир, то будем получать ровно 1% в год. На некоторые монеты мы видим огромные проценты в год, но, как я считаю, это из-за того, что они более новые и волатильные. Но положить под такой процент идеально подойдет тем, кто хранит эти монеты. Например, закинув Axie Infinity, мы будем получать 36% в год. Но помните, что криптовалюта волатильна. Сейчас у меня на счету 50 баксов. Для Prime листов, и я покажу, сколько я получу, закинув USDT на 90 дней. Но я этого пока что не буду делать. Таким образом, вы можете выбирать любую доступную монету и увеличивать свой баланс с сегодняшнего момента. Теперь я расскажу о своем опыте использования продукта. Я иногда закидываю USDT, когда жду пролива рынка и хочу закупиться. А иногда приходится ждать долго. Например, в своем телеграм-канале я делал пост, что биткоин упал до 46 тысяч долларов, но я все равно сижу в стейблах и покупать по таким ценам не хочу. Вот в такие моменты я закидываю USDT на гибких условиях. Раньше я закидывал так альткоины, но я продал большинство своих альткоинов. Я уверен, что когда закуплю альткоины по слабким ценам, я их закину под хороший процент. Всем спасибо за просмотр. Регистрируйтесь по моей ссылке, и у вас будет вечная скидка на комиссию. А также переходите в мой телеграм-канал, там много всего интересного. И, конечно, задавайте вопросы в комментариях, если они у вас есть.